здесь очень странная везде погода, и насколько я езжу, меняется 24 климата постоянно. Я немножко не в себе, потому что мне очень сложно перенести всю эту разницу в температурах. То есть час назад практически я была в купальнике, мне было жарко, а теперь мне холодно. Данное место – это вулкан, ядро. Ядро – это один из вулканов, который находится очень близко к Земле, очень приближенно. Это 5 миль по американским меркам и где-то около 7 всего километров, это по-русски. То есть сейчас, в данный момент, это самое ядро, этот котлован. И это, наверное, как в жизни, когда ты плаваешь на океане с черепахами, все так хорошо, позитивно. И полчаса мы попали в это место, и мне стало как-то немножко жутко, потому что в этом мире есть разные места, разные люди. Но все равно здесь рай, здесь хорошо, это Гавайи, этот вулкан спит уже очень давно, создает очень красивую природу вокруг себя. Всем пока, я пошла дальше исследовать гавайскую природу.